Я всех приветствую на своем канале Unifarm with Unifarm, и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось поделиться своим мнением о уходовой косметике за последнее время, которую я покупала. У меня накопилось ее очень много, потому что такого рода видео я уже не делала очень давно, наверное, с прошлого года или с начала этого года. Наверное, с продуктов для проблемной кожи. Вы не поверите, но у меня всю жизнь была нормальная кожа или даже сухая кожа. И вдруг у меня какой-то переворот случился с моей кожей, и она... То есть у меня были заскоки, в какой-то момент она была очень жирная, у меня были прыщи, я даже не знала, что делать. Помогла советом моя подружка Юлечка, если ты меня сейчас смотришь, большой тебе привет и огромное спасибо за советы. Она мне посоветовала два средства, которые ей очень хорошо помогли. И первое — это будет акне-крем от Видмер. Это аптечная такая вот линеечка, вот туп это крем. Крем, который надо наносить исключительно только на сами прыщи. И на вечер она мне посоветовала вот такой вот от Лерак. Тоже для проблемной кожи, но возрастной кожи. То есть не подростковая, а уже для взрослых. Ее надо взбалтывать, эту смесь, и обычно я ватной палочкой туда достаю, вы видите, что это вот, даже здесь видно, что это вот такая вот белая жидкость. Ее, так как это действительно остается белые пятна, надо наносить на ночь. Действительно, эти два продукта мне очень хорошо помогли, когда у меня были прыщики, справляются они с ними очень хорошо. Какой из них больше помогает, немножко сложновато, когда ты пользуешься обоими, но могу сказать, что, наверное, чаще всего я даже использовала вот этот, потому что как бы ты нанес на ночь, и уже на следующий день как бы тебе не надо об этом задумываться. Затем, чтобы уже оставаться в той же фирме Лерак, я летом, нет, я не Лера, весной еще приобрела средство. Это вот такой тоник, лосьон, тоже от Лерак, и он с кислоты. То есть здесь кислота, здесь, потому что это из той же серии, кстати. Здесь кислота была 14,7%, а здесь 11,5%. То есть вот это вот будет чуть даже посильнее. Тоже это с цинком для уменьшения пор, и тоже здесь написано, что это для уже взрослых людей, adult. Почему я купила? Ну, снова же, у меня были прыщи, когда я была в аптеке, мне посоветовала как бы продавец вот эту вот смесь. Что хочу сказать, я пользовалась ей весной, еще до того, как у нас было очень сильное солнце, потому что вы знаете, что кислотные продукты нельзя использовать во время очень активного солнца. Поэтому во время лета я все это приостановила и пользуюсь сейчас заново. Мне средство нравится. При использовании чувствуется такое вот немножко пощипывание, легкое такое, и то не всегда. У меня действительно видно было, что уменьшились поры. Вот у меня здесь чуть-чуть, ну они не сильно расширены, но все равно. Здесь чуть-чуть расширены поры. И вот это вот средство очень хорошо их видно, что они вот как-то стягиваются. И когда вот всякие мелкие прыщи, прыщи подкожные, знаете, такие вот, которые очень долго не проходят, то есть они там, нет какого-то гноя в них, а вот какие-то такие вот они маленькие совсем и очень долго не проходят. Вот это вот средство мне помогло, поэтому я довольна им. Уже в проблемной коже я вам покажу, что у меня еще для нее есть. Это для Roche-Posay. Так как у меня очень жирная была кожа, я купила себе вот такой вот крем. Я, кстати, его, по-моему, уже в покупках в прошлый раз показывала. Я не помню. Но не важно. В общем, что матирующий крем. Я им пользовалась, когда у меня была очень-очень жирная кожа. И я перестала им потом пользоваться, потому что моя кожа больше в этом не нуждалась. Так, когда очень сильное солнце, когда я очень сильно выделяется жир, я могу им попользоваться. Он увлажняет, он не подсушивает, он, ну не знаю, мне его использование очень даже понравилось. Он с таким вот матирующим эффектом, я приближу, чтобы вы увидели, это эффект Лармат, Миномат. Поэтому мне это средство понравилось.
Следующее средство – это умывалка, тоже от La Roche-Posay, Толерьян, для смешанной, вернее, для нормальной и смешанной кожи. Что хочу сказать об этом средстве. На лето, когда было очень-очень жарко и кожа выделяла очень много жира, он был прям супер. Но когда нормальная погода, мне это средство подсушивает кожу. У меня действительно вот, на щеках, вот здесь и здесь появлялись сухости, нос у меня был сухой. То есть вот это вот средство высушивает очень сильно кожу. И пытаюсь меньше всего что-то делать, как мне, в принципе, сказал врач. Но вот этот вот крем мне понравился, поэтому если у вас какие-то есть такого рода проблемы, я могу вам этот крем посоветовать. Я еще раз его приближу, вот как он называется, физиогель и крем. В аптеках его можно без проблем достать, как бы он продается. Огромное вам спасибо за внимание. Если вам видео понравилось, ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Я вам оставлю всяких ссылок на мои видео и говорю вам до следующих встреч. Всем пока!